что ты меня зовёшь, прохожий. Ревёт Колтрейн, взяла и перепутала меня с прохожим. Ревёт Колтрейн, я думал, это ты меня зовёшь, прохожим. Со мной никто вообще не разговаривает на этом острове. Тропинка вот от смотровой площадки на этот водопад. Но он очень далеко. Зато здесь тихо, вообще нет людей. В радиусе метров 300-500 можно делать что угодно. Вот.
наклоненные, а это получается дорога такая вообще, вообще не ощущается. Здравствуйте, ребята. Ну чё, уходить-то будете? Красотка! Ну вот тут вообще, блядь, некультурнейшее.
600 meters exit, then enter the roundabout. Turn left, then slide left.
же, мы начали восхождение на вулкан Пику. Посмотрим, как карта ляжет. Погнали на Пику потихонечку. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он зол был и хмур, но шел. Высота 1500. Мы продвигаемся. Продвигаемся по скалам, по вулканическим породам, ближе к вершине. Все выше и выше. Идем помаленьку. Идем помаленьку. А куда мы денемся? Дорога одна. Тысяча 1700. Все еще идем. Как ни странно, я думал, здесь автобан. Кто последний, ребят? We are the champions. Каждый раз тебя из трещины вытаскивая, альпинистка моя, скалолазка моя. Финальная часть восхождения. Камни нагреваются, но не от солнца, как оказалось, а от лавы внизу. Друзья, я нахожусь на вершине вулкана Пику. Друзья, я нахожусь на вершине вулкана Пику. Нас сюда привела Аиза. Аиза, how many times you climbing to Пику? Now 300.